Это не я. Она говорит. Вот и виновник торжества. Жизнь несправедливая штука. Вы так не думаете? Бывает так, что одна маленькая улитка может привести мир к вымиранию. Привести к вымиранию? Что за хрень ты несешь? Кто ты? Я уверен, что в итоге вы поймете. Зачем ты это делаешь? Я хочу, чтобы вы приняли участие в игре. В игре? Где на кону стоит ваша с моей жизни, как и жизнь всего человечества? Да нахер! Давай здесь же начнем. Блин, вот уже запутано как-то. О, монетка. Орел жизнь, решка смерть, да? Как в этом биошоп. Под моей ногой лежит монета. Одна сторона красная, другая синяя. Какая сторона монеты смотрит вверх? Попробуйте угадать. При этом у вас только одна попытка. Свободу. Если угадаете, получите свободу. Я обещаю, что освобожу вас всех. А если мы ошибемся? Вы все проиграете. Вы остаетесь в игре, пока шестеро из вас не умрут. Что? Пусть будет синяя. Красная. Красная. Она должна быть красная. 50 на 50 шансы. Шансы должны быть стороной одинаковыми. Поверить не могу, ребята. Вы просто сделаете то, что он скажет. А что ты думаешь, Карлос? Ты лидер этой группы. Твой ответ будет принят как ответ всей группы. О чем ты? Я дам Карлосу выбрать. Выбирай красный. Она синяя. Что скажешь, Карлос? Нет, Карлос, не отвечай ему. А, вот интересно. Пора выбирать. Ты небольшая улитка. Судьба всего мира зависит от твоего решения. А, ну да, тут нелинейный сюжет, кстати говоря. И вот сейчас мы можем угадать, либо не угадать. А красный. Мой любимый цвет. Вниз. Красный. Угадали. Видишь? Разве я не говорил о красном? Да, да, без разницы. Отлично, Карлос. Ты что, предсказатель? Мне просто повезло. У меня было 50% шанс. Было несложно угадать. Эй, погоди-ка. Да, конечно, ты угадал, но что, если бы ты ошибся? Это уже не важно. Все прошло успешно. Так ты сдержишь свое обещание? Бояться нечего. Я честный человек. Я обещал освободить вас, так и поступлю. Ах да, но перед этим, извините, но вы все должны заснуть. Заснуть? Когда вы проснетесь, то забудете все, что здесь произошло. С чего это мы забудем? Действительно. Приятных снов. Ага. Все спят. Я знаю. Ты. Кто он знает?
плей-офф. Это расплата, что ли, этот плей-офф? Так. Что, мы в пустыне? Ну, нормально он освободил, куда идти в пустыне. Эй, погоди, мы снаружи. Когда я проснулась, мы лежали здесь, на земле. Ну да, сумма выплаты плей-офф. Что такое? Разве у нас ничего не было на левом запястье? Мне тоже так кажется. Монета. А? Да так, просто в голове маленькое изображение монеты. Как ее подробности? Она перевернулась и упала. Как ее подбросили подробности? Пытаюсь вспомнить. Черт, ничего не выходит. У меня тоже. И у меня. Такое чувство, будто у меня было с кем-то пари, но... пари. Мы все забыли, что произошло. Эй, может вас спросить кое о чем? Можно вас спросить кое о чем? Что это за ребенок? Да. Вопрос без ответа. Вот такая команда разрушенная. Баба Сисяндра. Сисяндра будем ее называть. И чё? Всё? Игра заканчивается? Ну все, все, спасибо, расходимся, да? Но на самом деле... Ну это, знаете, а-ля такие быстрые концовки, как в Far Cry 4, там, Пейгамин, если подождать, как он просит, не убегать, то игра заканчивается. В 5 Far Cry также, если в начале, когда этого... Ой, фанатика надо вывести с наручниками, тоже этого не делать, игра заканчивается. Вот здесь, видимо, также монетку угадаешь, и все. И легко отделался. Но на самом деле прикольно. А если не угадаешь, что вот игра-то, видимо, и начинается. Еще титр сейчас на 5 минут, да? Ну, прикольно. Ну, может, после титров чего покажут? Сейчас посмотрим. Или это не конец на самом деле? В общем, предлагаю посмотреть, что будет, если выбрать синюю и не угадать тем самым. Мы получили достижение начала-конца.
А, вот это одна из возможных концовок. То есть концовок в игре очень много. Так, сохранимся. Так, пора решить, чьей судьбой вы будете. За чьей судьбой вы будете следить. Выберите команду, чтобы продолжить. Так. Да, микрофон мне надо нормальный. Конечно же. Так, каждое изображение, которое вы здесь видите, это фрагмент истории. Сейчас вам доступен только один фрагмент, но по ходу сюжета откроются и другие. Выберите любой доступный фрагмент, чтобы продолжить. Если вы столкнетесь с трудностями управления, ну да, подсказки. Только вот, допустим, да, как мне выбрать? Так, фрагменты истории. Так, каждое изображение. А, ну это повторяется. Управление. Так. Коснитесь фолу, чтобы открыть глобальную картину. Вот, сейф сохранится. Старт. Сейф скрин. Так, вот что это у всех вот так вот. Ну вот ты первый, давай с тебя и начнем. Так, это мы монетка победы, развязка. Вот нам надо выбрать этот, где мы делали выбор. И сейчас, соответственно, не угадать. Ладно, это можно промотать. Тут уже все мы видели. Так, выбираем синюю теперь. Как мальчики, красные хорошие, и не ники. Да нет, противники тоже красные. Синяя. Я же сказала, что она красная. Карлос, ты мудак, ты ошибся. Карл, о чем ты думал? Эй, погоди-ка. Нельзя винить Карлоса за все это. Правильно. Тот, кто начал все это. Ну что теперь? Сисяндровы. Вы уже должны были понять, вы ошиблись, так что игра продолжается. Пока 6 человек не умрут, хотя бы 6. Возможно, это будет больше. А что за это? С такой... Почему вы вам не поспешите начать? Перед началом мне нужно, чтобы вы заснули. Что-то он любит так усыплять. Когда вы проснетесь, то забудете все, что произошло. Ну, как обычно. Походу, на этом фишка. Забудем. Почему? Нет смысла говорить вам сейчас об этом. Вы не будете помнить ничего, когда проснетесь. Приятных снов. Ну, в принципе, интересно тут так текст. Еще ролик такой в стиле пилы, заставка. О, с бензопилой. Собачка вон. Ну, игра обещает быть интересной. Ну, как я сказал, я на PS Plus раздавали.
Zero Time Dilemma. Время на исходе, Zero Time, это, наверное. А дилемма, ну это дилемма, выбор. Как на русский-то точно переводится. Карлос, Карлос, давай просыпайся. Кони. Так, все из-за тебя, да? Дилемма нулевого времени, переводчик переводит эту игру. Интересно, что это за штука? Ее не снять. Ну кто бы сомневался? Лучше не пытаться снять эту штуку силой. Почему это? Лучше послушай ее. Полагаю, она такое раньше видела. Браслет? Так его называли год назад. Ведь так? Ну, в натуре пила. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Кто это? Я Zero. Второй Zero. Второй? Позвольте мне прояснить один момент. Это запись. Так что не стоит задавать вопросы, я все равно не смогу на них ответить. Я хотел бы поведать вам одну странную историю. 17 лет назад ранним утром женщина пошла на пробежку в большой парк. Ее обычный маршрут проводил к развилке. Она всегда спускалась вниз по правой дороге, но по каким-то причинам в этот день она выбрала левую. На своем пути она повстречала старика, который видел его каждый день. Удивившись ее здесь увидеть, он спросил: «Почему сегодня ты выбрала этот путь?» И вот что она ответила: «Из-за улитки. Ее тело нашли спустя несколько часов. Убитой». Они нашли ее в кустах на левой дороге. Порой жизнь несправедлива. Вы так не думаете? Что, черт возьми, это за вред? Это относится и ко всем вам. Несправедливая судьба вела вас до этого момента. Лишь для того, чтобы вы оказались в этом бомбоубежище, находящемся на 50 километрах под землей. Стоп. Как вы видите, это место разделено на три секции. Карлос, Аннет, Джулия, вы находитесь в С. Отныне вы будете называться командой С. Карлос будет вашим лидером. Мира, Эрик, вы находитесь в секции Q. Ваша команда будет называться Q. Как понятно из названия, ваш лидер Q. Это шутка. И, наконец, Диана, Фэй, Сигма, у вас секция Д, в которой вы находитесь. Ваш лидер Диана. Это делает вас командой Д. Вы можете бродить, как вам нравится, до тех пор, пока находитесь в ваших соответствующих. Однако вы ограничены во времени. 90 минут. Спустя 90 минут в вашем браслете активируется шприц. Будет введен антисептик и наркотик, который сотрет ваши воспоминания. Теряющий память наркотики. В результате вы все впадете в долгий непрерывный сон. Вы также будете все это, что произойдет с вами за 90 минут, забудете. В браслетах есть дополнительная функция. Часы. Одновременно нажав на кнопки на обеих сторонах, вы сможете посмотреть время. Ага. 12:10. Сегодня 31 декабря, канун Нового года. Год закончится меньше, чем через полдня. И счастью, лишь малая часть из вас доживет до 2029 года. Взгляните на эту дверь. Она помечена знаком X. За этой дверью находится коридор, ведущий к лифту.
Лифт поднимает вас наверх. Другого выхода здесь нет. Дверь достаточно легко открыть. Просто получи X-пароли и введите их устройство на стене. Ну, говно вопрос. Всего 6 X-паролей, чтобы их открыть, ее открыть. Один X-пароль будет объявлен каждый раз, когда кто-то умирает. Опа. То есть две команды, если убить, то все нормально, можно выйти. Проще говоря, у вас 6 из вас умрут. Остальные получат все пароли и смогут открыть X-дверь. Ну там еще какой-нибудь прикол, наверное. Что за бред? Одна деталь. Дверь остается открытой лишь в течение 30 секунд. Когда они пройдут, дверь автоматически закроется и никогда не откроется снова. Офигеть. Неинтересная игра. Услышав все это, кто-то из вас может подумать. Как я могу убить 6 людей? Что, никого не станет? Я дам вам одну возможность. Большинство голосов будет определена одна команда, которая выберет вторую. Что? Видите компьютер в углу комнаты. Названия команд ваших новоиспеченных врагов будут отображаться здесь. Выберите команду, которую хотите устранить. Каждая команда может проголосовать лишь один раз. Лидер команды окончательно вносит решение. Конец голосования 13:30. Если команда не проголосовала, она будет оштрафована, получив 2 голоса. Лишь группа с 2 и более голосами проигрывает. Каждый член команды будет казнен. Ну да, жутковато. Давайте начнем. Это игра решений, игра судьбы. На кону стоит ваши с моей жизни, как и жизнь всего человечества. Хранить. Так, Грэндстайн, получим приз. Ну, как бы... Ну, наверное, по порядочку надо, чтобы повествовательная часть не менялась. Блин. С. Вот новый фрагмент. Так. Иди сюда. Recommendation room. Комната очистки, по-моему, recommendation. Контрольная. Так, power room. Так, а вот здесь есть, можно посмотреть лог. То есть, так, гардероб, дисфункционная камера, диспетчерская, реакторная, power room. Так, инфантильная реанимация, что ли? А, заряд. Пантри. Пантри это кладовая. Ну это вот какие комнаты у нас в секции есть, я так понимаю. Так это последняя комната. Рекрум. Рекрум. Комната записи рекрум. Мы провели везде, где только можно. Так, там вот карта есть. Так, крыло С. Значит, все так, как сказал Zero. Отсюда никак не выбраться, кроме как открыть X-дверь. Осталось 50 минут до конца голосования. Только не говори, что ты хочешь проголосовать. Разве мы можем не голосовать? Если откажемся, команда C автоматически получает 2 голоса. Мы умираем. Но... Ну-ка давай, лидер, думай что-нибудь. Что может быть частью эксперимента? Как часть психологического теста? Нет. Что? Почему? Так, этот парень в маске называется Зира. Не имею ни малейшего понятия, почему здесь. Вот. Значит, вы готовы убить целую команду, действительно? Да. Ну как?
Он сказал, что в наших браслетах есть антитела. Значит, мы будем спать и потом бам. Или может. Есть куча других способов. Если бы только можно было как-то связаться с другими командами. Зачем тебе это нужно? Ты что, планируешь умолять их не голосовать за команду С? Нет, но... Я просто подумал, почему бы мне распределить голоса? Что ты имеешь в виду? Помнишь, что сказал? Группа с двумя и более голосами проигрывает. Я понял. Может, команда С голосует за Д, Д голосует за Q. Q голосует за С, но все за дружку. Когда у всех команд будет по одному голосу. Таким образом, будет ничья, и никому не придется умирать. Но как ему уведомить их об этом? Ну, это уже другой вопрос. Ну, так-то да, нормально. Все за дружку, надо только договориться. Так, вот Шеймира, Эрик, Диана, Пай, Сильма. Вы нас слышите? Наверное. Это не работает. Кана, почему ты не воспользуешься морфологическим чертом? Морфогеническое поле? О! Ну, что-то на стене написано. Что должен значить, не перебили. Игра кончится, и что-то про двух людей. Думаю, тяжелее всего будет понять. Может быть, это обозначает какую-то награду или подарок, или что-то. Может означать помощь, что в любом случае это бессмысленно. Эй, кто-нибудь знает, что это за штука? О, есть коробка. Что внутри? Может, что-то типа белого дыма? Эй, ты слышал об этом, Карлос? Уросима Тара, японское фольклор. Что-то о прыжках сквозь время. Тут написано коробка принудительного завершения. Что это? Выглядит как клавиатура. Похоже, здесь нужно ввести пароль. Что-то прекратится, если его ввести. Ну что? Может быть, игра, в которую играет Зира, заставит нас играть? Подожди-ка. Вы и правда думаете, что злимостью решит эту ситуацию до этого? Какая коробка не нужна? Конечно, так не сработает. Ну все, жать подряд-то, да? Чайно нажимая кнопки, ничего не получишь. Так, что теперь? Что мы можем сделать? Может быть, нам стоит уже просто проголосовать. Джо Пэй. У нас еще есть немного времени. Ну же, чувак, ты должен быть лидером. Как мы вообще во все это ввязались? Есть какие-нибудь идеи? Ага. Что спросить? Кто такой Зиро, какая цель у Зиро, какие у вас отношения, ну это всех, конечно, волнует в такие моменты. В общем-то, как я понял, здесь миссию планировали на Марс отправить по колонизации, и, естественно, там в одиночестве, в замкнутом пространстве приходилось бы людям долго находиться, поэтому вот в пустыне вот этой Невада построили, как я так понимаю, комплекс, где... Соответственно, люди, ну, на стрессоустойчивость их проверяли. И тут внезапно вот такая игра началась. Так, ну, по порядку, наверное, кто такой Зиро? Кто это Зиро? Если точнее, ты должен спросить, кто второй Зиро. Значит, это был первым, верно? Значит, был первым. Да, был. Ты знаешь его? Что-то типа того. Я говорил об этом раньше. Браслет, похожий на этот, был раньше на моем запястье. Это случилось в прошлом году. Анакея были где-то заперты. Человек, ответственный за все это, был Зиро. Но я не думаю, что этот Зиро связан с этим. Они должны быть связаны. Просто, пожалуйста, поверь мне.
Направо. Так, какая цель у Зиро? А чем Зиро делает это? Заставляет нас играть в игру, да? Эту игру решений никаких. Судьбой человечества на кону. Значит, это правда. Ты что-то знаешь о Катане? Я думаю, если мы проиграем в игре, мы все умрем. Но это, блин, без сопливых в солнце светит. 6 миллиардов людей. Значит, что сказал Сигнал Диком? В данном случае 6 миллиардов людей погибли. Что сказал Сигнал, что это правда. Никогда не слышали о термине синдром, причина его появления неизвестна. То ли нервы, то ли аномалии в мозгу. Но каким-то образом из-за этого недуга ты прекращаешь реагировать на что-либо. Я слышал, что люди со всего мира поражаются им. Что за синдром? Эй, погоди. Как-то это о том, что ты говорили, что? Ты еще не понял? Кризис. Человечество переживает, так сказать, беспрецедентный кризис. Пострадавшие от синдрома ощущают его. Синдром мечтательности, а вот как. Ты слышал о нем? Да, вроде того. Так, какие у вас отношения? Такая... Оба японцы, правильно? Да. И вы жили вместе в Японии, когда были детьми и ходили в одну школу? Так вы друзья детства? Как тебе это сказать? Сигма. Не упомянули это в Дикому. Ну вот Дикому, это вот этот сооружение. Мы жили в соседних комнатах 5 дней. Информация распространяется быстро. Так чья идея была присоединиться? Эксперимент в Диком. Вы записываетесь вместе, правда? Нет, не вместе. Мы сделали это поздно. Погодь, то есть вы, ребята, просто встретили друг друга в Диком? Это не было совпадением. Это было неизбежно. Зачем ты записал этот цирк? Я не упоминал ранее. Ну, мне реально нужно много денег. Мне сказали, что тут 100 тысяч. Ты удивлен? Я думал, таким героям не нужны деньги. Ты смотрел опасности в лицо и спас уйму людей. Значит, для меня весьма... Я просто хороший инстинкт, не имеет значения, где я нахожусь. Он просто говорит мне, какая дорога приведет к смерти. Вы слышали что-нибудь? Он там. Песик. Откуда ты пришел? А вот это, видимо, в помощь. Рвался через вентиляцию. А, вентиляция соединена с соседним секом. Вентиляция связана с поверхностью. Уничтожит необходимость. Значит, он пришел из другой секции. Слишком темно, я ничего не вижу. Но секция Q прямо там, правда? Ну, наверное. Как думаешь, сможем пролезть? Никоим образом. Кто-то слишком сильно любит тортики. А я знаю. Давайте отрежем руку Джеппелю. Тогда он сможет пролезть. Эй, Мира, Эрик, давайте отзывайтесь. Нет ответа. И Гав, они тоже тебя утащили из... Собаку-то за что? Может, его было жалко оставлять одного? Вздор. Думаешь, Зира сделает нам одолжение?
Погоди, кажется, у меня есть неплохая идея. Вот этот чехол, он для хранения лекарств, я прав? Ага. Пусто. Этот ублюдок где разобрал лекарства. Я все еще думаю, что это может быть, может сработать. Погоди-ка секунду. А, ну вот сейчас записку с собакой отправить. Ставка для пива и ручка. Я нашел их на столе. Тут что-то написано. О, я это написал. Привет, это Карлос. Команда С голосует против Д. Команда D должна проголосовать против Q. Команда Q против C. Поместишь это в чехол, отправишь Гэба. Крестим пальцы, чтобы получилось. Ничего не теряем, почему бы не попробовать? Ну давай, пес. Он ногами топает, как робот. Ты что-то кинул, сыр? Я взял его на стойке бара. Шипетку с огурцами. Когда он вернется, станет хот-догом. Это просто шутка. Так, что, время-то подходит? Осталось 5 минут. Да. Так и не вернулся. Давай же голосовать, Карлос. Как я и сказал, если мы откажемся, я знаю. Я знаю. Одна идея, которую... Какая? Помнишь, что ты написал? Сообщение, которое мы посылали через нашего почтового голубя. Команда С голосует против Д. Команда Д отдает свой голос команду Q. Команда Q за С. Да, и что? Проголосовать против Q? Джубей, ты же не предлагаешь? Если мы это сделаем, у них не будет двух голосов. Q выходит из игры, если, конечно, весь этот наш план сработает. Записка дойдет до Д, и Диана проголосует так, как мы хотим мы. Подумай над этим. 6 человек должны умереть, и мы никогда не выберемся из этого бомбоубежища. Таковы правила игры и решений, по словам Зеро. Разделение голосов не приведет ни к чему хорошему. Мы просто отсрочим чью-либо смерть. Джупей. Голосование начнется через 3 минуты. Давай, Карлос, голосуем против Q. Нет, нельзя. Ну вот выбор-то тоже. Предадут ли тебя остальные или нет? Ну, благо дело, что тут сам решение принимаешь. Ну нет, будем придерживаться сценария, вроде как всех спасти. Ваш голос принят. Я уж думал, ты этого не сделаешь, Карлос. Потому что мы поступили так, как написали. Черт, даже не знаю, нашла ли записку на других комнат. Даже если попала, нет гарантии, что они сделают так, как мы написали. Из этого следует два варианта развития событий. 3 члена команды Д умрут. Или нам отрежут голову. Просто минуты прошли, ваше время истекло. Доброй ночи, следующая игра начнется тогда, когда вы проснетесь. К несчастью, команда, получившая 2 голоса, не сможет принять участие. И еще кое-что. Вы последователи моему приказанию и проголосовали. Вы заслуживаете награду за повиновение. Наркотик, стирающий память, не будет вам введен. Нормально. Когда вы проснетесь, те, кто выжил, смогут пожалеть о принятом решении. Поскольку все члены команды, против которой проголосовали, исчезнут. Приятных снов.
что тут пока нельзя. Надо сейчас остальными, значит. Сейчас к ним, по идее, собачка должна прибежать. Те же комнаты, что ли, получается? Тоже гардероб, дисфункционная. Это купол квантового компьютера. Ну вот у них вот эта комната отличается. Видимо, вот гардероб, дезинфекция, это тоже с загадками что-то будет. Так, подром, комната с капсулами какая-то. Так, биолаборатория. Биолаб. Странно. Где-то здесь должна быть другая комната. Дай мне посмотреть. Эй, наткнись. Ну, что там? Спасибо, спасибо. Так, ну понятно, карта нашей секции. Ну вот это Q команда. Нет смысла ошиваться здесь, отбивая пятки. Давайте вернемся в гостиную. Блин, Сисяндру что-то все укажут. Ой, блин. Что это? А, у них с вирусами что-то. Может, кто-то собирается остановить или контролировать какой-то вирус? Вирус? Что это за вирус? Без понятия. Так, насчет голосования. Что мы должны делать? Не спрашивай меня. Но если мы не сделаем, что это значит все. Ага. Даже если команда C проголосует за D, и они сделают противоположное, мы окажемся автоматически. Команда Q умрет. Думаю, так и будет, если эта игра за правду. Как ты думаешь, это шутка? В этом было бы больше смысла, не думаешь? Сотрудники Диком, скорее всего, выскочат из-за двери с криком «Сюрприз!». Я понял, ты права. Ну, это самое легкое. Это объясняет присутствие этого здесь. Не сними этот шлем, я не могу. А? Я же сказал, что не могу его снять. Черт, парнишка, хватит мне вешать лапшу на уши. Хватит, хватит. Ты ломаешь мне шею. Он и правда застрял. Подожди. Что-то сбоку этого шлема. Опа. Это место для ввода пароля. Значит, если мы введем правильный пароль, шлем снимется. Или его голова взорвется. Ай! Что? Неправда, кто ты? Но он, конечно же, не помнит. Я не знаю. Я не помню. Я проснулся и уже был тут. Значит, у тебя амнезия. Наверное. Могу я кое-что спросить? Ну и стандартные какие у вас отношения, блин. Всех это интересует. Я тут думал, кто этот Зиро. Ну уже хватит дурачиться. Ты знаешь все, разве нет? Я же говорил, я не знаю. Значит, ты думаешь, что все это не сюрприз? Я не знаю. Я ничего не помню. Если это не шутка, значит все действительно всерьез. Тогда хочешь сказать, одна из команд и вправду будет казнена?
Зачем кому-то делать это? Зира сказал. Это я. Так, звучит как психопат. Значит, этот урод Зира, скорее всего, наслаждается зрелищем. Он может быть тем самым серийным убийцей. Потрошитель сердец, да? Ага. Ходят слухи, что он убил 18 человек. 15 марта 2026 тело молодой девушки найдено в парке Розвилле. Имя жертвы Вирджиния Бейли, 28 лет. Грудь была вскрыта и сердце полностью удалено. Это случилось снова 22 марта 2026 года. Тело мужчины найдено в мусорном ящике недалеко от дома Сакраменто. Имя жертвы Джеффри Форд, 37 лет. Тело такое же, как и у Вирджинии, с полностью удаленным сердцем. 2 месяца спустя, 29 июля. Эй, погоди-ка минутку. Разве у тебя нет амнезии? Откуда ты все это знаешь? Я не знаю. Не знаю почему, но я знаю. Невероятно. Так, где мы? В жопе. Я все разъяснял, где мы. Ты не слышал, что сказал Зира? Мы в 15-50 метрах под землей. Я знаю это, но где именно? Сомневаюсь, что мы очень далеко от Дико. Дико? Миссия по жительству на Марсе. Значит, этот эксперимент проводился, чтобы узнать, ну, как сможем выживать. Мы все жили в специальном жилище в течение 5 дней. Команда С и Д тоже. Ой, там был пес. Он был невероятно стар. И думаю, его звали Габ. Но не ты. Тебя там не было. Это очень подозрительно. А ради чего они это проводили? В основном собирали психологический портрет. Группу людей, находящихся вместе в тесной комнате в течение долгого времени. Будут реагировать, вести себя. Мы-то и пытались исследовать. Что заставило записаться? Сложный вопрос. Наверное, мне хотелось острых ощущений. Потому что мир захотел. И все? Ну, может, не совсем. Короче, парнишка клеится к этой девчонке. И у вас отношения? Что между вами двоими? Ну, это всем интересно. Ну, трахаемся мы, чё? Да, это не обязательно, просто трахаемся. Разве нет? Ну что, если мы не влюблены на... Погоди-ка, что? Мама еще его провоцирует. Подкалывает. Ну, пытайся с Андрюка. Да, нормально. Что у него? Я все пытаюсь что-то понять. Что это за штука? Может, это подарок от Зира? Да, думаешь, там внутри чайная ассорти. Подарки не всегда должны быть приятные. Что? Остановись, что ты делаешь? Это бомба. Бомба? Ну, не думаю, что это бомба. Вам сказали, что-то есть. Думаю, он... Так, надо перевернуть. Так, перевернул. Коробка принудительного завершения. Она что-то останавливает. Смотрите, тут клавиатура. Похоже, мы должны ввести какой-то код. Если мы выдаем, тогда что-то прекратится. Ну что? Может? Твоя жизнь. А вот пес пришел, походу. Так, звук откуда-то? Оттуда. Пошли. Ну пошли. А вон так и есть. Габ, как ты? Ты пришел через вентиляцию. Слишком темно, я ничего не вижу. Почему бы тебе не пролезть? Я не смогу. Просто сделай это. Видишь?
Если бы не эта чертова штука на твоей голове. Эй, смотри сюда. Что-то лежит в чехле. Подставка. Команда С голосует против Д. Ну да, в общем, все по порядку друг против друга. Ты не понял? Они предлагают разделить голоса. Я понял. Что у каждой команды будет по одному голосу. Будет ничья, и никто не казнят. О, отличная идея. Хорошо, теперь у нас есть план. Сделаем это. Ну, в общем, как обычно, девчонка слишком умная, парень слишком тупой, и ребенок, который знает все. Ну, типичная голливудская клише, блин. Ай, ну погоди. Чему мы должны ждать? Что если это сообщение еще не доставили в команду D? Ты прав. Здесь вентиляция ведет только к C. Вряд ли ГАП уже был в секции Д. Нам нужно как-то уведомить команду Д. Подожди секунду. Я возьму ручку и сыр. Там было немного устойки. Ручка. И сыр. Так, ну все. Команда Q поняла, написано. Что именно ты планируешь сделать? Так, гардероб. Ну, все сендерные. И вообще взяли на такую миссию. Ее бы там с мужиками в одной комнате, то, наверное, вообще изнасиловали по дофига раз. Или одели бы скромнее хуй. Мы надеемся на тебя, Габ. Думаете, это сработает? Вы уверены, что сработает? Ну все, ништяк. Так, мы Q. Так, CZD. Так, мы команда-то какая? Q ведь? С за Д. Мы должны за С проголосовать, получается. А, вот сейчас опять сомнения. Что если письмо от команды С ловушка? Они его написали, но может Карлос планирует проголосовать против Пью? Эй, погодите. Это нехорошо совсем. Это точно. Если я права, то нам нужно, чтобы Диана проголосовала вопреки записке. Голосование начнется через 3 минуты. Решение должно определить лидер команды, но что мы должны делать? У нас нет времени на обсуждение. Тогда ты должен использовать силу. Эй, погоди. Так, ну если мы Q, то мы должны голосовать за C. Аж голос принят. Следующая записка, да? Я думаю, это нормально. Не то, чтобы плохой выбор. Остается ждать, чтобы узнать, как поступил Карлос и Диана. Если план не сработает, есть два исхода. Либо умрет команда С, либо казнят нас. Есть еще один вариант. Это всего лишь шутка. Кое-кто определенно издевается над нами. Так что все это значит?
Ну вот здесь, в общем, опять вам ведут это, два голоса. Да, все, что до этого говорил. В общем, не ведут вам наркотик, стирающий память. Сандра валяется. Так, и команда D у нас остается. Так, CZD. Нам надо за Q, получается, сейчас D проголосовать. Их специально так местами поменяли, чтобы спутаться, что ли. C за D, D за Q, Q за C. Ну вот что значит, сейчас за Q надо голосовать. Вот так по записке сделать. Юшин, да. Ну, сейчас комнаты, наверное, покажу. Ну, у них похоже комната. Значит, когда гефа становится несчастьем. Интересно, что это значит? Без понятия. Может, надпись не должна иметь смысла, а? Это анаграмма. Представляешь буквы, чтобы составить другое предложение. Почему ты думаешь, что это анаграмма? Я видела похожее раньше. В другом месте. Как бы то ни было, здесь сигма. Он что-то, я думал, он прилег, я ему коробочку нашел. Что там такое? Коробка. Коёбочка. Что за коёбочка? Я проверяю там. Там постучал, тут протёр. Что-то на коробке принудительного завершения. В общем, у всех такая. Это интересно. Ещё тут есть клавиатура. А мышка, мышка есть? Counter-Strike тянет? Новый Xbox это. Точно, да. Новый Xbox. Очевидно, ответом было бы игру, в которую Zero заставляет нас играть. Тогда мы должны попробовать. Ну, блин, все так кнопки сразу жмут, а вдруг там количество вводов ограничено. Я должна была догадаться, это не будет так просто. Нам нужна подсказка. И даже не одна. Нет, даже не сдвинулся. Тяжелая? Не то слово. Кажется, она сделана из какого-то сигма. О чем ты говоришь? Мое тело еще моложе. Я просто попробую. Ты не врал. Видишь, я же сказал. Это карта секции D, правильно? Что у них какой-то лидер? Мутная девчонка. Тогда тут вообще лидеров нет, по-моему, у них. Все какие-то такие. И мы можем ходить куда угодно, пока находимся внутри секции. Да, так сказал Zero. Так, ну что там, про отношения, наверное, поговорить. А вот, что там, раздевалка. Комната очистки, ну, в общем, это у всех есть первые две. А вот это что-то новое. Как называется? Лечебная комната, Healing Room. Транспортер, он тут транспортером. Это что такое? Мануфактура. Так, мусоросборник. Так, локет это раздевалка, да? Хорошо, мы
проверили все комнаты сверху донизу. Вы не нашли никаких выходов? Разумеется. Мы же в бомбоубежище, в конце концов. Если бы здесь было несколько выходов, пропал бы смысл в необходимости бомбоубежища. Значит, зря говорил правду. X-дверь – единственный выход. Гостиная. Мира. Вы меня слышите? Ну все по стандарту в эту дверь колотят. Нет смысла. Мы не услышим даже пьяную вечеринку на противоположной стороне. Нам нужно 6 паролей, чтобы открыть эту дверь. Ага, вон устройство для X паролей. За каждую смерть один пароль. Это точно правда. Сигма, почему ты не попробуешь умереть разок? Извини, но я вынужден отказаться. Насчет тебя, Диан. Эй, ух, не. Я так и понял. Ну, только сама попробуй, что может понравиться. Какая умная. Не могу вас спросить кое о чем. А, вот опять болтал. Какие у вас отношения? Дайте угадаю. А, нет, такого нет здесь. Кто такой Зиро? Как вы думаете, кто такой Зиро? Вы знаете, кто он? Нет, ни малейшего понятия. Но он назвал себя Зиро. Он должен знать хотя бы то, что случилось. О чем ты? Есть еще кое-что. Подумай об этом. Почему Зира говорит с вами только на запись? Должна быть весомая причина, почему он делает это, не делает это вживую. Есть два варианта. Он уже словил пулю в лоб. Зира среди нас. О, вот это вообще прикольная задумка, кстати. Зира среди нас. Ну блин, японские сюжеты, японская, по-моему, игра, они вообще закручены так. Еще как этот. Ой, как пила, блин, всякие ловушки, загадки, блин, выбраться нельзя. В общем, игра пока меня радует. Нам кто-нибудь поможет? Думаете, кто-нибудь спасет нас? Например. Может, сотрудники эксперимента Диком? Извини, но это вряд ли. Помнишь? Персонал размещен в Диком, не может с нами связаться. Ход эксперимента должен быть аналогичный реальной миссии на Марсе. От Земли до Марса лететь примерно 6 месяцев. За этот отрезок времени Земля сделает полоборота вокруг Солнца. Что это значит? К тому времени, как корабль достигнет Марса, Земля окажется вне доступа. Из-за того, что она будет за Солнцем, мы не можем... это приводит нас к тому, что наш эксперимент уже идет в течение 5 дней. Связь будет доступна 31 декабря по 12. В итоге ждать осталось более 10 часов. Нет смысла ожидать помощи за этот период времени. Уверен, что Диком не обнаружит никаких проблем за это время. Мы прям как из одной семьи. Как будто связаны между собой. В общем, опять про отношения вопрос зашел. Везде лидер – это какой-то маленький не такой, а остальные два, помимо лидера, они как-то это, как сказать-то, какие-то у них личностные взаимоотношения, то как бы романтическая симпатия, то еще что-то. Так, Тима обычно разговаривает. Может, это прозвучит грубо, но... То, как говорит Сигма, это немного необычно. Прости его. Возраст его сознания и возраст его тела значительно отличаются. Что, он имбецил, что ли? Он напоминал об этом Диком. Что его сознание пришло из 2074 года, а так он из будущего? Все верно. Вот почему я знаю, что произойдет в будущем.
Я потратил последние 5 дней, пытаясь предупредить вас. Если ничего не изменить, то человечество будет уничтожено. Ак и Фрей, я проникли в Диком, чтобы остановить все это. Пай, это правда? Ну, ты мне поверишь, если я тебе скажу, что это все так и есть? Тогда почему мы здесь заперты в этом странном месте? Если ты знаешь будущее, ты мог бы предотвратить его. Мы не имеем понятия, что произошло внутри Диком. Также мы не знаем, что должно произойти в этом. Почему все это со мной произошло? Да хер его знает. Я не должна была слушать Ребекку. Ребекку? Она главная медсестра в госпитале, в который я устроилась. Ах да, ты говорила, что ты медсестра. Я присоединился к эксперименту Диком, потому что Ребекка мне посоветовала. Она сказала, что им нужна медсестра для участия. Ну, если честно, есть и другая причина, почему я пришла. А, пёс пришёл, да? Так, а что у нас получается-то? С за Д, Ю за С. Блин, что-то как-то... Так, С за Д, мы Д. Подожди, так, мы за Q должны, получается, да, сейчас проголосовать? Д за Q, да. Нет, слишком темно. Хочешь, чтобы я туда... Очевидно, нет, невозможно. Уверена? Не буду повторяться. Моя грудь 4-го размера, да не может быть. Угунишка, это правда. Похоже, они стали на целый размер больше, чем были ранее. Прошло 45 лет. Рост это естественно. Да, с возрастом там свисает. Это подставка для стакана. Тут что-то написано. Привет, это Карлос. Команда С голосует против Д. Команда Д голосует против Q. Они планируют устроить ничью. Ну, это понятно все. Думаю, Габ нашел вентиляцию через секцию С и Q, что здесь. Ну да, что. Это сработает. Ни одной команды не придется умирать. Мне это не... Вот что интересно. А, ну сейчас опять будут сомнения подкидывать, проголосовать за других. Чем ты говорил ранее, Фэй? Думаю, может быть ложью. Думаешь, Кью может передать нас? Если бы они этого хотели, то сделали бы. Они будут смогли просто голосовать за Д. Когда ты имеешь в виду? Может, они говорят, что проголосовали против Дэн, но на самом деле проголосовали против. Что заставляет нас проголосовать за Кью? Если думаешь, что это хорошая идея распределить голоса, тогда выбор просто, правда? Я просто говорю, что есть такая возможность. Голосование окончится через 1 минуту. Что нам делать? Факт, что команда Q прислала Габа к нам, может оказаться, что это просто ловушка. У нас нет выбора, кому проголосовать по Q. Или... решить судьбу C.
Да, в общем, против Кью. Ваш голос привет. Ну, это был хороший угол. Думаете, все будет в порядке? Если записка Габлова правдивой, все, что можем сделать, доверять им. Может быть. А, ну да, тут повторение, опять время истекло, тра-ля-ля, следующая ночь начнется, когда вы все проснетесь. К несчастью, команда, получившая голос, не сможет принять участие. И еще кое-что. Вы последуете... Ну да, это то, что вот сейчас память вам не сотрут. Пожалеть о своем решении, те, кто... Приятных снов. Это команда анимешников. Ну и чем у нас продолжится история? По порядку надо, наверное, идти, да? А какая из них правильная? Ну, в общем, вот такая вот игра. Если зайдет, можно будет позаписывать прохождение, либо вообще постримить. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, если игрушка зашла. Мне, лично говоря, очень атмосферно. И, ну, как во всех сериалах, на таком моменте, чтобы была интрига, я думаю, лучше закончить. В общем, еще раз всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.